Так. О, да. Поехали, да? Дорогие друзья, Маткульт, привет из Новосибирска! Это НГТУ, Новосибирский государственный технический университет, точка кипения, где только что прошла настоящая, как в старину, офлайн-встреча с полным залом слушателей. Вот, а я хочу сегодня поздравить моего дорогого друга и коллегу, популяризатора Николая Андреева с праздником, с юбилеем. Проект «Математические этюды» празднует 15-18-летие и начинает новую жизнь. Я как Брежнев сейчас буду читать по бумажке, потому что всего не запомнил. Вот, значит, Маткульт, привет, категорически поздравляет этюды. Вот, и, собственно, напоминает, что в декабре 2-го года появились первые два фильма, а 26 октября 5-го года была открыта полянка этюдов в сети интернет, поэтому 15-18-летие. Кроме того, 10 лет назад была создана в Математическом институте имени Стеклова РАН лаборатория популяризации и пропаганды математики, так что еще и десятилетие заодно. Экскурсия по этой лаборатории у нас на канале – это самый популярный ролик. Там 1 700 000 просмотров уже. Вот, далее. 5 лет назад Коля Андреев получил первую премию «Просветитель» за книгу «Математическая составляющая», в которой он является составителем, там много статей разных авторов. А вот мы со своей математикой для гуманитариев дошли только до финала, а в нем проиграли, получили только малый приз. Вот так вот. И, собственно говоря, самое главное, по поводу всех этих юбилеев, в октябре этого года, 2020, открылся новый, современный, удобный сайт проекта etudes.ru. СМС здесь в описании к этому ролику, ссылки. В новой жизни, внимание, регулярно, каждую неделю в математический вторник на сайте будет выкладываться что-то новое и интересное. А следить проще, подписавшись на соцсети математических этюдов. Ссылки опять же здесь, вот по, идите вниз, там в описании все будут, все будет. Комментарии, байки, рассказы, как по поводу выложенного математического сюжета, так и без повода. Каждую неделю победителю конкурса высылается книга «Математическая составляющая». Подписывайтесь и не пропустите интересные сюжеты. Вот такая вот супер реклама моему дорогому другу и нашему коллеге и брату по популяризации математики Николаю Андрееву. Коля, тебе удачи и Маткульт, привет!